Морозный январь 2016 года заканчивается самым необычным русским праздником. Ведь 25 января свои именины отметили все Татьяны, а студенты поздравили друг друга с первым в жизни профессиональным праздником. О том, как отметили один из самых ярких, веселых и креативных дней славянские студенты, смотрите в следующем материале выпуска. 25 января в парк-отеле «Уют» молодежь Славянска на Кубани отметила День студента и Татьянин день. Сначала студенты отправились в кинотеатр «Гэлакси» на просмотр кинофильма в рамках года кино. Затем в торжественной обстановке праздничную программу открыл глава района Роман Синеговский, который поздравил молодежь. Студенческие годы насыщены красками молодости и нотками ностальгии. Прогуленные пары, веселые сессии. Каждому о чем-то своем напоминает 25 января. Наши корреспонденты узнали, а какие события студенческих лет чаще всего вспоминает Роман Иванович. Самые лучшие годы своей жизни, беззаботные годы, те годы, когда мы учились, когда мы дружили. Наверное, с тех времен я встретил самых настоящих бескорыстных друзей, с которыми дружу до сих пор. Годы, когда мы были молодыми, когда мы двигались, старались, учились, отдыхали, радовались, знакомились, влюблялись. То есть, наверное, это все самое прекрасное, что может быть. Этого праздника ждет каждый. Кому знакомы такие слова, как недосып, экзамен, зачет, сессия. Студенческое время – самое романтичное и веселое. Полное творческого подъема и надежд на будущее. Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников рассказал, какими у него были студенческие годы. Мои студенческие годы – это вообще основополагающее в жизни. Самый переломный момент. Вот я не помню, что было практически до студенческой жизни. Курьезный случай – это когда, наверное, он стал тоже одним таким из знаковых в моей жизни, когда я просто шел по улице, просто встретил руководителя, тогда еще руководителя всего КВН в нашем городе, Марину Апарину. Она меня спросила, что завтра делаешь вечером? Я говорю, ну, свободен, как всегда. Приходи завтра к нам на репетицию, посмотрим. Для меня это было шоком, потому что я полтора года стремился попасть в сборную команду района, команду КВН. И вот так вот с тех пор, с этого курьезного случая, когда просто так, ну, для нее это не составляло особого какого-то момента торжественного. Для меня это был особенный момент в жизни. С тех пор КВН, молодежка и вот по сегодняшний день. Участниками праздника стали около 100 человек – студентов вуза и техникумов Славянского района. Управление по делам молодежи и комплексный молодежный центр «Континент» постарались сделать программу мероприятия интересной и насыщенной. Конкурсы, квест, дискотека, подарки, фотоотчет. Небольшой концерт, подготовленный студентами, порадовал яркими номерами. Для некоторых гостей мероприятия 25 января – двойной праздник. Как, например, для студентки второго курса Славянского филиала Кубанского государственного университета Татьяны Голосовой. День Татьяны я праздную дольше, чем день студента. Но вообще оба праздника, конечно, важны для меня. И день студента, ну, это такой значимый праздник, потому что к студенчеству шли долгие 11 лет школы. А день Татьяны тоже важен, потому как мое имя для меня очень много значит. Меня назвали в честь моей тети. А еще сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Это как бы третий праздник. Он является одним из моих любимых поэтов. Продолжился вечер необычным сюрпризом для присутствующих в зале Татьян. Девушкам было предложено поучаствовать в квесте «Вперед, студент», где призом была корона победительницы от молодежного центра «Континент» и бесплатный абонемент на посещение фитнес-центра. Татьяны, пригласив своих друзей, организовались в команды, названия которых весьма неожиданны. «Таня и четыре богатыря», «Девчули», «Красная юбка», «Креатив», «Вспышка», «Таня и четыре колобка». По команде ведущего команды отправились по станциям, где их ждали вопросы о жизни студента, истории праздника, а также об отечественном кинематографе. Первая прошла все 5 станций команда Татьяны Пастушенко, «Таня и четыре богатыря». Таня, подробнее аплодисменты людей! Студентов.
Праздник продолжился молодежной дискотекой с конкурсами и призами от молодежного центра «Континент». Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».